Переселенцы с востока Украины пикетировали облгосадминистрацию. Люди требуют предоставить им социальное жилье. Сейчас они живут в заброшенном здании на улице Успенской, но их хотят переселить в село Борщи Подольского района. Люди вполне обоснованно боятся, что не смогут найти там работу. Мы просим социальное жилье. Социальное, потому что те цены, которые сейчас стоят съемное жилье, это нереально потянуть. При всем желании уехать в Борщи, где нет работы, это принести себе и детям очередной психологический стресс. Дети уехали оттуда, они испытали шок, они только здесь адаптировались. Сорвать их сейчас в Борщи, где за 2 километра школа. Я потеряла там все, и трехкомнатную квартиру, и машину тут украли, и гараж, и много кое-что я потеряла. А живу я сейчас недостроенной, вы знаете. Успенская 4, монахи по ту сторону, мы по этому. Пленкой обтянуты окна, без дверей, без окон, было без воды и света. Спасибо, сейчас дали. После митинга переселенцев пригласили на рабочую встречу с первыми лицами области. Беседа состоится завтра.